Всем добра, с вами амбассадор Ярославии. Я всегда хожу на выборы. Для меня выборы — это праздник. В 2024 году в марте целых 3 дня праздника мне тоже обеспечено. Но выборы — это всегда совершенствование. Все больше технологий применяется для того, чтобы людям было удобно, понятно, и их голос был учтен. О некоторых нововведениях в современном выборном процессе России мы спросим жителей города Ярославля. Слышали ли вы, что такое Inform Week? Нет. А есть еще такое слово Inform Week. Слышали ли вы что-то об этом слове? Inform Week не слышал. Не слышали. Inform Week? Ну, слышал, ну, какая-то... Что такое, не знать? Inform Week. Слышали ли вы? Нет. Inform, информация. Да. А УИК? Не знаем. Что ж, не все ярославцы знакомы с новыми словами в избирательных процессах. Но кто точно знает и расскажет, это Елена Новик, председатель избирательной комиссии Ярославской области. Ну что ж, давайте попробуем ответить на интересующие вопросы наших избирателей. Что такое проект Inform UIK? Это адресное, подомовое, поквартирное информирование наших избирателей о выборах президента России. Цель этого проекта – дойти до каждого избирателя и объяснить, что за выборы, какие выборы, когда выборы, каким способом можно проголосовать на этих выборах, как узнать нашего члена комиссии-обходчика. Мне бы хотелось показать, как он у нас будет выглядеть. При нем будет и удостоверение, бейдж, сумка-портфель, значок, шейный платок, жилетка. Это все будет с логотипов выборов президента России. Избиратель может попросить, конечно же, у него и паспорт, который он также и предоставит. Проект будет проходить на территории Ярославской области с 17 февраля по 7 марта.